Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня 7 июня 2019 года. Время 8 часов 40 минут. Нахожусь в сквере, в самом центре районного центра Ганцевичи, Брестской области. Вот здесь в сквере установлен такой монумент с указанием даты основания города 1898. Такие два аиста. Сейчас прогуляемся, посмотрим, что здесь еще есть интересного. Там виднеется беседка в сквере. Вот улица Гагарина, дом 6. Какой-то нарисован, видно, деятель Ганцевич или жил здесь. Серж Путовский. АК. Серж Путовский АК. Сейчас выйдем на главную площадь Ганцевич. Это я продвигаюсь по улице Гагарина. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот уже главная площадь. Так, справа торговый дом. Белорусский дом Гандлю. Там маленькая вон, небольшой домик. Это на связи салон МТС за Ивой. Вот это здание администрации Ганцевич. Здание вперед, напротив Белпочта, Белтелеком. Ну и, как, конечно, как обычно, это памятник Ленина. Гостиница «Журавинка». И вот такой парусник впереди виднеется. Надея написано. Сцена размещена. Всего хорошего. Спасибо за внимание.